Где она сейчас? Никто не знает. А наш Перри до сих пор не женился. За что я его очень уважаю. Болтун! Нет, нет, господа, жениться это скучно. В конце концов, жизнь это праздник, это веселье. Это красотки кабаре. Ах, красотки кабаре. Браво, ради них стоит жить на белом свете. Ради них можно пойти на все. Все вы театралы, если же чуть меньше залы, любить искусство выше счастья нет. Нет, нет, нет. Я вам что-то дела не права, а только о билетах и балет. Балет, 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 балет. Стой, не берусь, дело лишь в вкусе. Усходят в раву, вот и лупки, да, в кино, в кино, в кино, в кино. Но влечет нас не измена, каждый вечер лишь одно. Блеск и сильный ритм, смерть, что ж вас здесь дано. Немедленно возвращайся домой в Вену, твоя разгневанная мама.
Да мамуля и представить не может себе, что никакой связи нет. Эдрик, послушай меня. Сильвер через несколько часов уезжает в Париж. А ты никуда не поедет. Да? А что ему выбирать? Послушай меня. Я немного мягче тебя, но намного умнее. Возвращайся в родительский дом. И за что? Клинический случай. Thank you.
чем за пальцы говорить. Это просто умопомрачительное положение. Семь влюбленностей за 4 дня – это перебор. Я слушайте, граф, а почему вы до сих пор не женаты? У вас тоже несчастная любовь? Почему? Ну, во-первых, для самоубийства есть более простые способы. А. Как сказал один судья, мелких преступников сажать в тюрьму, крупных рубить головой, а самых опасных женить, чтобы подольше мучились. Во-вторых, мой отец однажды мне сказал: Бонни, если ты хочешь дожить до спокойной старости, никогда не женись. Почему? Вот и я спросил, почему. Да потому что от этого рождаются такие болваны, как ты. Ну, есть еще одна причина. Я не женюсь из гуманности. И с чего ты не женишься? Без гуманности. Ведь если я женюсь за одной, то все остальные умрут от зависти. Граф, скажите откровенно, скольких девушек вы влюблены одновременно? Во всех. Ну и, во-первых, сильно. Раз. Снежана тоже прелестное существо. Два. У Юлишки очень аппетитные ножки. Три. Не три, а две. Две! Но зато какие! Раз, два, три, не раз, два, три, не снова, раз и два. Вам пора начать урок, хватит баловства. Раз, два, три, не раз, два, три, не раз, два, раз и два. Вам пойдет, наверное, просто.
что кто придет, даже не изволил ответить на наши телеграммы. Да, он явно не намерен вступать в мирные переговоры с родителями. Ну что ж, генерал, пусть говорят пушки. Нет, честь нашей семьи в ваших руках. Честь вашей семьи – моя честь. Приказ о переводе вашего сына в другой полк у меня. Генерал, вы настоящий друг. Пусть мальчик послужит отечеству, раз нет другого выхода. Я должна ее увидеть. Сейчас я пойду в зал. Но я боюсь, что я не там, Зай. Это не должен видеть вас. Вы побудьте здесь, а я пока произведу разведку. Лично. Генерал, пока вы не ушли в отставку, наша армия не победит. Идите, генерал, прямо по коридору. И осторожней, как ступенька. Откуда вам известно, что там ступенька? А мне это вовсе не известно. Я просто чувствую это материнским сердцем. Материнское сердце чувствует даже ступеньку. Ах, генерал, вам не когда-нибудь мать? Да, я слишком стар для этого. А я больше всех. Да ты-то при чем? А я тогда столько начальник получал. Ладно, рассказывайте, сынок. Рассказывайте, где вы, с кем вы, чем занимаетесь, как живете. Все рассказывайте. Нет, ни слова настоящего. Только о прошлом, только о нем. И вот что, мальчики, прошу вас, поклянитесь. Где бы вы меня ни встретили, вы ничего обо мне не знаете. Кто я, кем была, чем занималась. Ну, и вообще мы не знакомы. Это что это с вами такое, Сергей? Ну, уж не попали ли вы, упаси Боже, в высший свет? Ну, мальчики, ну вы же мои старые друзья, я прошу вас, поклянитесь. Ну, хорошо, я клянусь. Честное слово! Нет, Мишка, я тебя знаю, клянись. Ну, хорошо, клянусь. Так. Пусть
если я нарушу свою клятву? В три моей клятвы? Сын, переходите моей гибели! Я ж не умею молчать! Клянись, Тихоник! Хорошо, клянусь! Три погибели! Ну, а ты слаб, Мишка, наливай. За что пьем, господа? За нас, мальчик, за наше дивное прошлое. Ура! Ура! Лучше на свадьбе с Мартом, чем молодожёном. Лучше всё же быть богатым, чем всего лишь бабным. Лучше смотрите нас и влюбляться в тобой. Что-нибудь случилось? Мать!
Разврат! Это накануне помолвки. Вы шутите? Мужчины из рода фон Ростахов позволяют себе шутить только собственными женами! Не хотел бы я оказаться на месте отца невесты. Позвольте, но какая невеста? Невеста графини Стаси фон Эдинберг. Помолвка через неделю. Это секрет! Вот пригласите мне директор. Мне нужно сказать ему пару нежных слов. Слов пару нежных слов. Помолвка? Невеста? Надо что-то делать. Надо что-то делать. Надо выпить. Сима, ты никуда не поедешь. Я запрещаю тебе. По какому праву? По праву. По праву твоего законного супруга. У тебя жар? Да, Сима, да, у меня жар. Жар сердца. Но никогда в жизни я не был так разумен, как сейчас. Сима, ты согласна стать выше? Да, но... Сима, ты любишь меня? Да. Да! Мишка, иди скорее сюда! Чего изволите? Значит так, первочернила бумага. Ага, линейку, промокашку, бумажку, что у меня здесь? Гимназия, что ли? Мишка, потребуется нотариус. Нотариусов не подаем, в июне предусмотрено. Мишка, нотариус, живого или мертвого? Ну хорошо, совершенно живой нотариус скучает в кафе напротив. Сильва, я сейчас. Нет, нет, подумай, что ты делаешь. Сильва, я уже все. Сильва, твой поезд через полчаса, ты еще не одет, я не понимаю. Фэри, я не еду в Париж, я останусь. Как ты не едешь? Как ты не едешь в Париж? Ты не едешь теперь, когда к тебе пришел настоящий успех? Я остаюсь. Эрди женится на мне. Сбываются самые смелые твои мечты. Тебя, девчонку из Козьего болота, приглашают петь на лучших сценах Парижа. А ты отказываешься, потому что бредишь о какой-то там любви. Бредишь. Бредишь. Да пойми, девочка моя, у князя Ликард фон Валерсхейм и певички из кабаре разные, как он. Они никогда не сойдутся вместе. Певичка в кабаре? Сама знает, какую дорогу ей выбирать. Хорошо. Сама. Скажи, пожалуйста, когда ты никому неизвестной девчонкой приехала в Будапешт, тебя даже в пор не брали, кто первый заметил искру твоего таланта? Фрейд? Кто, несмотря на твои слезы, заставлял тебя заниматься с лучшими учителями? Фэй! А теперь, когда эта девчонка стала звездой, она заявляет тебя сама. Черт, я возился с тобой, как со своей дочерью. Фэй, любимый, я никогда не забуду, что ты сделал для меня. Пойми, я стрекулазочка. Летают в разных местах. Я понимаю, но я люблю его. О, уже не едет? Нет. Дура. Сима! Вот, значит, контракт, он подписан на тайну. Тебе только остается поставить свою подпись. Сильва, я уже все обдумал. Читай. Я Эдвин Роланд Карлос Ликард фон Валерсхейм. Клянусь, я обязуюсь девице Сильву Пареску взять в жены.
брак заключим через 8 недель. И супруга, то есть. Ты Бога, света и закон. Нет, ты сошел с ума. Да что, посмотри, он разумен, как никогда. Подписан в истории. Станет герой, что делать вашему слову? Летают в разных местах.